В отпуск без долгов. Под таким девизом 22-я инспекция ФНС совместно с судебными приставами продолжает работу по взысканию налоговой задолженности. Тенденция положительная. На сегодняшний день суммарно долги по имущественным налогам менее 3 миллионов рублей. Такой динамики удалось добиться с помощью комплекса мер, совместных рейдов по поиску должников и наложению ареста на их имущество. Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, а также в операционном офисе. Для удобства налогоплательщиков открыты мобильные точки в общественных местах. Инспекторы напоминают, чтобы не испортить отпуск, оплатить налог лучше заранее. Проводится работа по взысканию задолженности путем направления судебных приказов на счета физических лиц в банках. В 2019 году физическим лицам направлено 42 164 требования на сумму 684 миллиона рублей.